Республиканской детской библиотеке имени Никулина стартовала литературная акция, направленная на приобщение подрастающего поколения к чтению. С 1 по 7 апреля в учреждении проходит неделя детской книги. Юные читатели станут участниками различных познавательных мероприятий, литературных и музыкальных часов, виртуальных экскурсий, театрализованных представлений и викторин. Неделя детской книги – это всероссийская акция с почти 80-летней историей. Впервые праздник под названием «Книжкины именины» состоялся в Москве в марте 1943 года по инициативе классика отечественной детской литературы Льва Косиля. Главная цель акции – организовать детям интеллектуальный досуг и привить им интерес к литературе. Все мероприятия будут проходить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Один день у нас будет посвящен 60-летию полета в космос. Второй день – это в Российской Федерации сегодня, в этом году перекрестный год России и Греции и России и Италии. Вот читатели мы будем знакомить с этими странами. Еще один день посвящен году медицины в Карачаево-Черкесии и Всемирному дню здоровья. Один день мы уделим деткам с ограниченными возможностями здоровья. Ну, мероприятие, программа мероприятий очень насыщенная, и мы приглашаем всех стать участниками этих праздничных событий.